самые шоколадные и самые воздушные кексы и с самой шоколадной глазурью. Для приготовления теста для кексов беру 2 яйца, щепотка соли, 100 грамм сахара и 1 пачечку ванильного сахара. Перемешиваю, вливаю 120 грамм кефира и 100 грамм растопленного сливочного масла. Не забываем о соде, 1 чайная ложка соды и 3 столовые ложки какао. 180 грамм муки, тесто сильно не забиваем, хорошо перемешиваем, и вот такое вот тесто должно получиться. Раскладываю по формочкам, у меня силиконовые формы, в форме сердечек, я их ничем не смазываю. Убираю в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Для глазури беру 70 грамм сливочного масла и 1 столовую ложку какао. Хорошо перемешиваю и добавляю 100 грамм сгущенки. Когда кексы немного остыли, можно украшать. И всем приятного аппетита!